В обычной жизни Людмила Сергеева – логопед, Павел Аверин – преподаватель, а Эдуард Шуркин – инженер. Но кроме этих вполне себе обычных профессий, молодые люди еще и экотуристы. 2 июля они выехали из Москвы до Байкала на электрических моноколесах. Байкал ассоциируется с точкой такой экологичной, транспорт у нас экологичный, и поэтому решили вот махнуть на Байкал. Стали об этом рассказывать в чатах, в сообществах своих, и Эдуард к нам присоединился, ему эта идея тоже понравилась. И вот теперь мы втроем, наша такая команда «Тройник», у нас есть электрический тройник, для, наш символ, да, для наших трех колес. И вот мы теперь втроем путешествуем такой уже настоящей командой. Каждый член команды выполняет свою роль. Людмила взяла на себя задачи по взаимодействиям со СМИ, Эдуард монтирует видео с экшн-камеры, а Павел занимается постановкой маршрута. К слову, для последнего нужно учесть наличие в пути мест для подзарядки. Мы заряжаемся от простой розетки 220 вольт. У нас обычная вилка, которую можно вставить в любую розетку. Мы заряжаемся в кафе, в гостиницах, в магазинах просим зарядиться, если недостаточно заряда. И обычно люди легко соглашаются, немного удивляются, конечно, сначала нашему появлению, но в целом как бы позитивно нас воспринимают и дают нам зарядиться. Электроэнергия стоит копейки, поэтому у нас сейчас с этим проблем пока нет. Что там дальше за Уралом будет, нам пока неизвестно. У нас и экспедиция такая разведывательная получается. За один день моноколесо может преодолеть порядка 300 километров. В день молодые люди проезжают 150-200. Средняя скорость передвижения 50-60 километров в час. После заряжаются. Пока моноколеса стоят у розетки, экотуристы едят либо отдыхают. Во время движения путешественники общаются с водителями автомобилей, которым интересен этот вид транспорта. Мы проехали 1866 километров. Пока все замечательно. Люди в основном сразу достают фотоаппараты, снимают нас, вылезают в окно, машут ручкой, сигналят. Фуры сигналят. Ну, не в том смысле уступи дорогу, а в смысле приветствую. Да, то есть каких-то пока агрессивных моментов не было. Ну, вообще, они, конечно, бывают, в городе бывают, там, и там, некоторые автомобилисты, там, таксисты. Но пока у нас, вот говорю, все на позитиве, все хорошо, дождик только один раз, и это вот это не считается, который в пути был. В дороге с путешественниками случаются всякие забавные ситуации. Ребята немного не дотянули до города Козмодемьянска, и срочно нужно было зарядиться. Розетку пришлось искать чуть ли не в поле. Мы не доехали до города буквально 10 километров. Колеса уже просто отказывались ехать. Можно было с них спуститься и идти пешком, но как бы 10 километров идти – это было бы долго. А по итогу остановились на дороге, а там где-то напротив дороги находился парник. Ну да, что-то вроде парника какого-то сельского. Мы туда, собственно, решили подъехать, думали, там будет кто-нибудь из сотрудников проситься у них зарядиться. А выяснилось, что там в чистом поле на столбе есть розетка. Ну и, собственно, это было наше спасение. По словам экотуристов, Уфа им понравилась. Здесь они смогли отдохнуть, набраться сил и даже побывать на массаже. Но больше всего путешественников вдохновила городская энергетика. Ведь Уфа – это родина многих известных музыкантов. Всю ночь, когда катались, я слушала Земфиру и стала понимать тексты ее песен. Они в юности казались какими-то не совсем понятными, загадочными. А сейчас, увидев ромашковые огромные поля белые, я поражена была. Я просто была поражена и стала понимать, почему там «Привет, ромашки», она поет и так далее. Путешественники признаются, что стараются не строить планы о времени прибытия на Байкал, но надеются проехать все 6000 километров за 40 дней. После отдыха на озере они уже традиционными средствами передвижения отправятся домой в Москву. Дмитрий Сенников, Ильдар Каюмов, телеканал ЮТВ.